Ай, хотела сторис снять. Ну ладно, если все равно не знала, что говорить. Ты будешь украшение. Я сейчас буду развлекать Руфи. Сегодня мы с ним дома. Отправила еще с Алисой гулять с бабушкой, с Алисеем. Да, ух. Вот. Сейчас выпущу Руфи из комнаты. Будем с ним развлекаться. Потом пойдем гулять. Котенок до этого здесь бегал, споел. И тоже, наверное, спит в спальне вот не что. Классная история, правда? Вот так. Это ради няни так слышно. Очень познавательно.